В Атырау проходит саммит педагогов на тему благополучия школьной экосистемы. В мероприятии принимает участие более 600 учителей региона. В двухдневном мероприятии приняли участие более 600 учителей региона и 25 квалифицированных спикеров. Эксперты и педагоги обсудят подходы и приемы развития интеллекта, а также стратегии по развитию функциональной грамотности учащихся. Невозможно говорить о качестве передаваемых знаний без ментального благополучия педагога. Мы хотим, чтобы наши ученики преуспели в сети школ Бином. Однако в качестве предпосылок для достижения поставленных целей мы ставим перед собой цель – наладить экосистему в наших школах. Одним из приоритетных направлений считается «счастливый учитель», «счастливые родители», «счастливые дети». Планируется, что в двухдневном мероприятии эксперты и педагоги с большим стажем психологи расскажут о важности психологического состояния учителя, о его эмоциональном интеллекте. Данный саммит несет вклад в профессиональное развитие педагогов региона и, как следствие, в повышение качества среднего образования области. Планируется, что в дальнейшем саммит будет проводиться на ежегодной основе. Сегодняшний саммит проходит на высоком уровне. Ранее я принимала участие в конкурсах Нобель Фест в Астане. Я использую полученный на практике опыт и информацию на данном мероприятии. И я думаю, что информация, полученная здесь, в будущем будет применяться мною на практике. Также в рамках саммита педагоги примут участие в мастер-классах, воршопах, коучинг-тренингах и менторских часах, где планируется разделить педагогов на 5 сфер. Данияр Шумков, Гаухар Нурлбек, Казаябек Галымов, телеканал Атырау. В Атырау проходит саммит педагогов на тему благополучия школьной экосистемы. В мероприятии принимает участие более 600 учителей региона. В двухдневном мероприятии приняли участие более 600 учителей региона и 25 квалифицированных спикеров. Эксперты и педагоги обсудят подходы и приемы развития интеллекта, а также стратегии по развитию функциональной грамотности учащихся. Невозможно говорить о качестве передаваемых знаний без ментального благополучия педагога. Мы хотим, чтобы наши ученики преуспели в сети школ Бином. Однако в качестве предпосылок для достижения поставленных целей мы ставим перед собой цель – наладить экосистему в наших школах. Одним из приоритетных направлений считается «счастливый учитель», «счастливые родители», «счастливые дети». Планируется, что в двухдневном мероприятии эксперты и педагоги с большим стажем психологи расскажут о важности психологического состояния учителя, о его эмоциональном интеллекте. Данный саммит несет вклад в профессиональное развитие педагогов региона и, как следствие, в повышение качества среднего образования области. Планируется, что в дальнейшем саммит будет проводиться на ежегодной основе. Сегодняшний саммит проходит на высоком уровне. Ранее я принимала участие в конкурсах Нобель Фест в Астане. Я использую полученный на практике опыт и информацию на данном мероприятии. И я думаю, что информация, полученная здесь, в будущем будет применяться мною на практике. Также в рамках саммита педагоги примут участие в мастер-классах, воршопах, коучинг-тренингах и менторских часах, где планируется разделить педагогов на 5 сфер. Данияр Шумков, Гаухар Нурлбек, Казаябек Галымов, телеканал Атырау.